Мам, а у меня тут распаковочка. Я себе подарочки себе заказала. Дина! Динозавр, что ли? Смотри, какой классный костюм. Потрогай. Угу. Такой какой-то, как не промокашка, да. Плащевка. Он как будто с фиброй. Ага. Сейчас буду мерить. Шикарно. Угу. Так, значит, штаны на кулисках очень удобно, кстати, на любой рост. Вот такой крутой костюм. Моего любимого цвета ткань. Вы не представляете, приятная она просто в персик. Очень крутой костюм. Прям и цвет мой любимый. Значит, внутри у меня топ от них же. И вот такие крутые боксеры. Тоже Mio One. Очень качественная у них одежда. Не знаю, мне очень нравится. Вам нравится? Топ шикарный. Классно? Вообще хорошо очень. Симпатичный. Суперский. Кстати, модель на каблуках, я посмотрела в рекламе этого костюма, и это очень прикольно, потому что получается такой образ в стиле 90-х. Не знаю, я прям в восторге от него. Такой как вареный шелк такой, клевый. Еще и, мне кажется, он непромокаемый. Очень технологичная ткань, просто мне круто. Очень хорошо. Да, мне тоже нравится. Он, кстати, угу. Очень классно. Так, следующий номер нашей программы. Это просто костюм нереального качества. Это просто любовная любовь. Мягенький, классный, бархатный. Тянется. Очень комфортный. Прям супер-пупер. Ой, правда. Да? Mm. Нравится? Очень. Ну вот. Очень хорошо. Сейчас таких костюмов будет больше. Да, мамуль? Хочешь такой же? Шик. Все, имеешь. Так, ну и главное, ребята, перцем не стареть. Это я вот считаю, что иногда не вредно и психануть по цвету, когда все на дворе унылое и серое, а хуже того еще и коричневое. Вот можно вот позволить себе вот такой крутой костюм. Я Mio One обожаю, я их костюмы ношу с большим удовольствием. У нас с Артемом есть такие, мне кажется, всех цветов, да, Тём? Да, да, да. Вот, и они реально очень качественные. Супер одежда. Прям рекомендую вам от души. Эй, леди. Леди наша. Огнёнка. Ты же девочка. Вкусно? Очень. Вкусно, Анюта? Да? Да. Тихо, моя рыбочка. Ну, как ребенок наворачивает. Не помогает тебе, да? Не помогает, да? Может, ты уже наелась, Анют? Все? Что? Все? Маня. Спасибо. Так. Мама. Что, попить или что? Нет. А, нет, я знаю, что ты хочешь. Ты хочешь мультики смотреть, да? Честно. Правильно. Оп. Оп.
Оп. Все. Все, да? Аня наелась.